Чечерина 19, у ЖКХ ливневка проваленная, все, ее надо заменить. На городские недостатки глава администрации начал указывать уже по пути. Где-то не хватает дорожных знаков, не убран мусор, в неподобающем виде тротуары. Подобные выездные совещания своим коллегам Евгений Арапов проводит периодически. На этот раз решили вместе осмотреть стройгородок, что в Зауральной роще. Проблемы обнаружились уже при въезде. Надо дополнительно сделать освещение. Несмотря на то, что там камера стоит, многим она наплевать на эту камеру. И как двигался он 90-100 километров в час, так он и, извините, прет под Донгусской. Жители стройгородка вынуждены ежедневно проделывать до ближайшей остановки опасный путь. Добраться до нее отнюдь непростая задача. Дорога к ней наполнена всяческими препятствиями. Весной и осенью затоплено, нет и пешеходных подходов. Евгений Арапов поручил сделать тротуары шириной не меньше 2 метров. Не порадовал главу администрации вид детской площадки. А что работает у вас или вот так? Да, вот так. Это бардак называется, да? Еще немало хлопот жильцам доставляет крыша. На одном из домов она сильно прохудилась, все время течет. На капитальной ремонт денег нет. Решили сделать пока только текущий. Если есть эта программа, согласна на программу какую-нибудь. Сразу после рейда состоялось совещание, на котором все устные указания превратились в конкретные документальные поручения. Все работы, связанные по стройгородку с устройством тротуара, с устройством светофорного объекта, они будут выполнены и уверен, что числа 10 сентября мы обратно вернемся. Екатерина Тихоненко. Наше время.